Ребята, пляж Майами Бич. Очень удобный, классный пляж по европейским стандартам, скажем так. От туалета до детской площадки все есть. Можно спокойно пройти, есть переодевалочки, есть душевые, есть лавочки, есть урны, лежаки, ресторан. И самое, что важное, на пляже есть детская площадка, где дети могут ваши погулять, и вы спокойно можете покупаться, позагорать. Это самое важное в отдыхе. И, конечно, легкий вход. Песочек до Буйку можно идти пешком. Есть вулканический песок. Кого проблемы с суставами? Сюда, Ульцин, лечиться и отдыхать, и наслаждаться этим отдыхом. Приезжайте к нам. Где находится вулканический песок? Пляж называется Великая пляжа. Она делится на несколько частных пляжей. Это называется пляж Майами Бич. Также здесь есть кемпинг, где можно приехать отдохнуть, лежаки свои поставить. Есть парковочка, также есть раздевалки, душевые. Есть, где можно поиграть в волейбол. У нас есть свой ребенок. Для нас очень важно, чтобы была очень хорошая детская площадка. Вот она, детская площадка, где ребенок может поиграться. А вы спокойно можете покупаться. Там родители между вами. Вот, например, я. Жена пока купается, я могу посмотреть ребенка. Жена посмотрит, я потом иду скупаюсь. Это здесь вулканический песок. Очень удобно, чтобы можно полечиться от суставов. Он лечит, закапываются все здесь. Лежаки очень дешевые, скажем так. Первые половине сезона начинаются лежаки 5 евро. Два лежака и зонтик 5 евро. Уже дальше, скажем, ближе к августу месяцу, разгаря сезона, лежаки стоят 7-10 евро. Два лежака и зонтик. До Буйко можно идти пешком. Пологий ход. Тепло. Солнце. Что еще нужно? Здесь находится ресторанчик. В ресторане внутри есть печь, где делается пицца на дровах. В ресторане можно поесть суп, рыбу, мясо, все, что вам вы хотите. Можно поесть. И, конечно, это море. Что лучше моря? А вот, конечно, эта площадочка, где ребенок мой или ваш может спокойно поиграться, скататься с горочки. Ибо тут есть... И еще самое интересное. Вот видите, здесь зеленые, скажем так, беседочки. Здесь будет находиться кровати. Прямо на пляжу. Вы можете арендовать. Кроватька стоит 10 евро. И площадка находится на пляжу. В этой беседочке будет кровать, где вы можете полежать и позагорать. Или теньке посидеть. Вот это пляж. Красота. Пойдемте, пойдем к морю. Потихонечку. Это все песок. Люди, вот вы можете посмотреть, уже пришли покупаться, позагорать. Сегодня красный флаг, купаться нельзя, но кто может удержаться? Все хотят купаться. Мне такое чувство здесь, что это океан, а не море. Смотрите, какие волны. Буйки, конечно, находятся чуть-чуть дальше. И до буйков реально можно идти пешком. Здесь очень мелко. Вы привезете своих, скажем так, с друзьями приедете или привезете свою семью сюда. Они все будут наслаждение, пищать от радости, потому что можно дойти до колен вода, а волна находит, она вас накрывает. Классно. Ракушек можно пособирать на пляже. Если походить, то можно спокойно ракушек пособирать. Кейсерфинг здесь есть, можно покататься на водных скутерах, на таблетке, на банане, все здесь есть. Есть апартаменты, есть отели.
красота!